На календаре 5 января. Главный зимний праздник уже позади, и самое время приводить себя в порядок. Недаром именно сегодня отмечается Международный разгрузочный день. Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Начну с доброты. Житель Орши спас собаку, которая провалилась под лед. Он сбросил себе одежду, вооружился большой палкой, с помощью которой и добрался до бедняги. На кадрах видно, что благодарный пес тут же бросился к своему спасителю. Известно и имя героя. Его зовут Виктор Демидов. Пес проводил его домой и даже принес к его подъезду косточку. Я предполагаю, что на языке пёселя это означало «огромное тебе спасибо, человек». В Жлобине мужчина организовал занятия проституцией. Он создал закрытую группу с портфолио девушек со всей Беларуси, которые оказывали сексуальные услуги. Эту группу он затем рекламировал в мессенджерах и соцсетях, а те, кто хотел туда войти, нужно было заплатить. Деньги приходили или на карту, или на телефон. Но вскоре эта схема раскрылась. На мужчину завели уголовку и приговорили к 5 годам тюрьмы. Ну и посмотрите, какой праздник устроили себе гомельчане шведской горки в первый день Нового года. Был Дед Мороз, он местный житель, ему и принадлежит идея создания такого праздника. Местные власти помогли с костюмами и оборудованием. На протяжении нескольких часов работали 3 игровые зоны. Не обошлось и без подарков от Деда Мороза.